После того, как происходит распределение заявки на подбор на рекрутеров, HandFlow попадает уже с назначенным рекрутером вакансия. На эту вакансию пока что ручками добавляется заказчик из нашего контура. И дальше начинается, собственно, процесс ведения подбора на вакансию и выбора финалистов. Из того, чем чаще всего пользуются рекрутеры, ну, здесь понятная история, это волшебная кнопка, потому что, ну, чтобы представляли уровень боли, да, загрузка резюме порой у нас занимала минуту-полторы одного, теперь у нас она занимает там 2-3 секунды, может быть. Вот, поэтому рекрутеры очень активно этой функцией пользуются. История взаимодействия и комментарии от рекрутеров и заказчиков – это то, что сейчас помогает нам понимать, насколько кандидат хороший, плохой, если мы возвращаемся к нему по другому поиску, причем в масштабах всей страны, а дальше, может быть, и группы компаний. Отправка сообщений через почту и мессенджеры тоже доступны через HandFlow. Это то, что ребята активно также используют, то, что помогает нам сократить time-to-market и все переговоры, которые часто были вынесены в почту или были доступны с разных устройств.